Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму овощное ассорти. Получается целый огород в банке. Овощи пропитываются друг от друга вкусом и ароматом и становятся еще вкуснее, чем закрытые по отдельности. Полный перечень и точное количество используемых ингредиентов будут указаны в конце видео. Приятного просмотра! Нарезаем кружочками предварительно замоченные на пару часов в холодной воде 600 граммов огурцов. 300 граммов лука режем полукольцами. Очень красиво получается, если это сделать специальным приспособлением для нарезки сыра и овощей. 200 граммов моркови режем соломкой. Небольшие кружочки оставляем целыми. 1 килограмм спелых, но твердых помидоров, чтобы не помять, просто нарезаем острым ножом на кружочки толщиной примерно 0,5 сантиметра. 250 граммов сладкого перца очищаем от семян и режем колечками такой же ширины. Точно такую процедуру проделаем с 10 граммами острого перца. 25 граммов чеснока нарезаем тонкими пластинками. Дальше берем стерильные литровые банки, на дно каждой бросаем 1 лавровый лист, 5-6 горошин черного перца, засыпаем 1 чайную ложку с небольшой горкой каменной соли, 1 столовую ложку сахара, вливаем 1 столовую ложку 9% уксуса, бросаем несколько долек чеснока, кусочек острого перца и выкладываем слоями все овощи. Начинать лучше с лука. Затем огурцы. Стараемся уложить все как можно плотнее. Снова можно сделать небольшую прослойку из лука. Выкладываем помидоры. Не забываем добавлять чеснок и острый перчик. Обязательно вставляем веточку петрушки. Слои можно повторять, как вам больше нравится. Главное, чтобы в каждую банку попали все овощи. Из указанного количества продуктов получается 4 литровые баночки. Теперь заливаем овощи кипятком. Прикрываем банки стерильными крышками. Устанавливаем их в кастрюлю, на дно которой надо положить полотенце. Наливаем по плечики горячей воды и отправляем на умеренный огонь. Ждем, пока вода в кастрюле закипит. И с этого момента стерилизуем наш салат 25 минут. Затем достаем банки из воды, закручиваем их, переворачиваем, накрываем чем-то теплым и даем в таком состоянии полностью остыть. Вот и все. Очень вкусное овощное ассорти на зиму готово. Хранить его можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.